На сегодняшний день ишемическая болезнь сердца – это наиболее распространенная патология сердечно-сосудистой системы, которая может вызвать инфаркт, смертность от которого по-прежнему остается высокой. Но современные методы лечения позволяют снизить риск смерти вследствие этого заболевания. 5 июня в университетской клинике Казанского федерального университета состоится научно-практическая онлайн-конференция, посвященная изучению ишемической болезни сердца. На конференции обсудят современные рекомендации поведения больных с хроническим и острым протеканием этой болезни, а также сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Мы обсуждаем различные варианты проявления ишемической болезни сердца, и инфаркт миокарда, и хронический коронарный синдром. И мы обсуждаем вопросы и диагностики, и лечения. Участие примут ведущие специалисты в области кардиологии, кардиологи, кардиохирурги, сосудистые хирурги, аритмологи, терапевты стационаров и поликлиник, врачи общей практики. Мы в открытом доступе разместим информацию программы, систему подключений. Каждый желающий может зарегистрироваться. В первую очередь, конечно, это имеется в виду студенты медицинских специальностей. Им будет интересно принять участие в этом мероприятии, благо что она займет практически целый день. Мероприятие запланировано в формате непрерывного медицинского образования врачей. Ишемическая болезнь сердца – это одна из самых распространенных проблем заболеваний сердечно-сосудистой системы. А проблема заключается в том, что ишемическая болезнь сердца является ведущей причиной сердечно-сосудистой смертности в виде инфаркта миокарда и его осложнений. Поэтому, конечно же, это очень важно знать, как диагностировать ишемическую болезнь сердца, как лечить инфаркт миокарда и сопутствующее состояние. Поэтому цель нашей задачи – ознакомить врачей с самыми современными тенденциями в кардиологии. И, конечно, наша цель – снизить сердечно-сосудистую смертность. Сердечно-сосудистая смертность – это основная причина смерти в России. Диана Желенкова, Универньюз.